Утверждена часть нового состава Общественной палаты Югры. Глава региона Наталья Комарова подписала соответствующее постановление. Теперь общественники определят оставшуюся часть палаты. Их выберут из кандидатур, которые выдвинули объединения в городах и районах. В этом году совещательный орган формируется по новому принципу. 15 членов Общественной палаты Югры по представлению окружных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений утверждает глава региона. Еще 15 – Дума округа. И только после этого будет избрана третья часть палаты округа.